Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. We must move on. Может быть, Сара узнала? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? Если кто-то узнал. Шантаж. Возможно. Что за дрянь? Что там? Вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. To the vanguard. За которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Time is mana. Swords ready. You have my bow. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнала? Тенури, и он убил. Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы однозначно меня понимали. Если мы только для защиты украинских граждан, пускай попробуют кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Это ужасно. Что за человек будет делать такое? Тот, кому это нравится. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? You have my bow. Что за дрянь? Что там? Послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Ужасно. Что за человек? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Эда и Эвелин. За что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? Reinforce! За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возьму. Что за дрянь? Что там? Salure Denuri. Swift and steady. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Эда и Эвелин. Тот, кому это нравится. Onward! Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Onward! Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? For the queen!
За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы приняли такое решение для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Hunting season begins. Swords ready. Что за дрянь? Что там? Aim. Incoming! Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан. Мы стреляем в своих людей, которых за Vanguard. Не впереди, а сзади. Reinforce! Ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. Может быть, узнала не Сара. И за такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай Incoming! Которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эту гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. Узнала не Сара. За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Салюри Денури. Возможно. Hunting season begins. Что за дрянь? Trust our aim. Эда и Эвелин. For the Queen! Однозначно меня понимали. Если мы... By the light of the moon. Только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Onward! Hunting season begins. Эда и Эвелин. Reinforce! Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Swords ready! Тот, кому это нравится. Тот, кого... Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. Может быть, узнала не Сара. За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возьму. Что за дрянь? Что там? Вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы... For the Queen! Words ready! Защиту украинских. Пускай по... By the light of the moon! Стрелять в своих людей. Которых...
We must move on. Incoming! Keep them steady. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнала? И он убил. You have my bow. Остальные. Их-то за что? Они все узнали? А может быть, узнали и Сара. За такое могут посадить. Vanguard. Если кто-то узнал. Шантаж. Селури Денури. Возможно. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Однозначно меня понимают. Если мы примем такое решение, for то у тебя украинский граждан. И пускай попробует кто-то из числовой наслуги. Эй, да, Ирин. Человек будет хранить такое. Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали? Может быть, Сара узнала не Сара. Season begins. Если кто-то узнал, шантаж. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди. Человек будет хранить такое. Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали? А может быть, узнала не Сара. Эда и Эвелин. И за такое могут посадить. Эда и Эвелин. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, пускай попробует кто-то из числовой наслужащих стрелять в своих людей. Селури Денури. За которыми мы будем стоять. For Oradel. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали? А может быть, узнала не Сара. И за такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня поняли. Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Эда и Эвелин. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Our aim. Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал?
И он убил ее. Остальные? Их за что? Они все узнали. Может быть, узнала не Сара. За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Hunting season begins. You have my bow. Что за дрянь? Что там? Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых будут стоять сзади, не впереди. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Нури, это Нури. Я вам убил ее. Остальные? Их-то за что? Они все узнали? Может быть, узнал их. Из-за того, что надо посадить. Эда и Флин. Если кто-то узнал. Даш? Грилл, ready to kill. Что за дрянь? Что там? Swords ready! Вот я хочу, чтобы однозначно меня понимали. Если мы примем такое для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Hunting season begins. Incoming! Our aim. Человек будет хранить такое. Тот, кому это нравится. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. Остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан, пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которые будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Ужасно. Что за человек будет хранить такое? Hunting season begins. Trust our aim. Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? И за такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Hunting season begins. Возможно. For the queen! Что за дрянь? By the light of the moon. Что там? Слушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? И за такое могут посадить. Если бы ты узнал. Шантаж? Возможно. Что за дрянь? Что там?
Селюри Тенури. Только для защиты украинской границы. Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади. И меня сзади. Reinforce! Hunting season begins. The Vanguard! Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Onward! Тот, кому это нравится. Swords ready! Тот, кого возбуждает эту гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. А остальные? Их ты за что? Они все узнали? Может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Эйда, Ифлин. Возьми. Что там? Простите меня, вот послушайте внимательно. Чтобы вы однозначно меня понимали. Если вы принято только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Incoming! Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Reinforce! Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. Остальные? Их-то за что? Они все узнали? А может быть, узнала не Сара? Hunting season begins. За такое могут посадить. Если кто-то не знал. Шантаж? Возьми. Что за дрянь? Однозначно меня понимаю. Если мы принято такое решение, только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Которых... For Ordel! Не впереди, а сзади. Swords ready! We must move on. Это ужасно. Что за человек будет хранить такое? Swift and steady. Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. You have my Может быть, Сара узнал? И он убил. А остальные? Их-то за что? Они все узнали? Hunting season begins. Может быть, узнала не Сара. Если кто-то узнал. Тенури, Тенури. Возьми. Эйда, Ифлин. Что за дрянь? Что там? Послушайте внимательно. Swords ready! Однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Incoming! За которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. We must move on. For the Queen! Reinforce! Что за человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Our aim. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнал? И он убил ее. Остальные? Их тоже. Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? You have my bow. Если кто-то узнал. Шантаж? Возьми. Reinforce! Тенури, Тенури. Hunting season begins. Что там? It's a thrill. Ready to kill. For Ordel! We must move on. Примем такое решение только для защиты украинских граждан. Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. You have my bow. Это ужасно. Incoming! Что за человек? Тенури, Тенури. Тот, кому это
нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, все узнал? И он убил их. А остальные? Их-то за что? Они все узнали? Может быть, узнал Миша? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж? Что там? Ты меня похоже понимаешь. Вот я хочу, чтобы меня понимали. Принял такое решение. Только для защиты украинских граждан. Попробует кто-то из числа военнослужащих. For Ordel! За которыми мы будем стоять за... We must move on. To the Vanguard! Swords ready! Это ужасно. Onward! Что же человек будет хранить такое? Тот, кому это нравится. Тот, кого возбуждает эта гадость. Может быть, Сара узнала? И он убил ее. А остальные? Их-то за что? Они все узнали. А может быть, узнала не Сара? За такое могут посадить. Если кто-то узнал. Шантаж?